Очередная посылка из Китая. Заказывался клей Loctite. Я уже его открывал, но хочу все равно сделать обзор. Кому интересно, кому нужно, значит, Loctite 243. Значит, он первым долгом не зажимает как бы намертво. И как бы, ну, он от вибрации. То есть можно его закрутить и как бы не бояться, что если есть какие-то вибрации, что болты раскрутятся. Значит, использовал его для самодельного токарного станка. Точнее, не этот, а вот заказал. Ну, а заказал, купил у нас. Вот такой у меня был. Значит, здесь осталось совсем чуть-чуть. Вот. А это китайский. Значит, китайским я тоже пользовался. Вроде посмотрел, отличия нету. И как бы по степени крепежа. Вот. Как бы все то же самое. Здесь просто написано на иврите, здесь на китайском. Ну, вот он открывается, как бы как оригинальная коробка. Вот так я его уже пробовал, как я уже говорил. Как пользоваться, значит, поднимаем крышечку вверх, вот эту. Здесь поднимается вверх, и можно ставить его. Вот, подпускается, он закрывается. Вот такая вещь. Значит, не буду сейчас делать эксперимент, потому что я уже его пробовал, как бы, и он нормальный. Как бы делает так, ну, работу, как и оригинальный, как бы, ну, в принципе, это тоже как оригинальный. Вот, и дешевле, чем у нас здесь в Израиле. Что в Израиле такая стоит около 100 с чем-то шекеля. А это я купил в Алиэкспресс, по-моему, за 9 или 10 баксов. Как бы в 3 раза дешевле. Делает ту же работу. Можно посмотреть даже цвет. Сейчас поставлю на бумагу. То есть его надо взбалтывать. Самое главное. Сейчас закрою. Вот это, как вам сказать, ну, кольцо вот это здесь. Закрыть, разболтать. Поставим. Вот возьмем оригинальный, то, что у меня. То, что куплено здесь. Не забываем закрывать здесь, потому что он высыхает. Одно и то же. То есть оригинальный можно смело брать. Вот, всегда нужна такая вещка в гараже. Вот. И кому нужно, поставлю ссылку в описании. Переходите, покупайте, заказывайте.